Итак, друзья, ну а матчи по хоккею КХЛ продолжаются на Кинопоиске HD. Мы видим, соответственно, финал Запада, счет серии 2-3, 12 апреля, 19.00, ЦСКА против СКА. Соответственно, здесь можно смотреть матчи, предупреждают нас о заранее матчах, вот в реальном времени есть, что посмотреть, КХЛ и так далее. Можно запись посмотреть, скоро, ну вот трансляция событий, 12 апреля, 12, 21.30 и так далее. 13 апреля в час 30, 4.30 и так далее. Ну и вот записи уже, выбор редакции, Овечкин, топ-10, Тарасенко, Шестеркин, ну и так далее, тому подобное. Ну и КХЛ, и я так понимаю, здесь есть, видите, матчи и НХЛ. Все это на Кинопоиске HD, несмотря на санкции, все это продолжается. Так что у меня лично есть подписка, там у меня обошлась в год там что-то в районе 120 рублей. Ну, вот так вот, соответственно. Так что, ну, а так она стоит 199 на Кинопоиск HD, но это не реклама, просто я сообщаю. Всем пока, до свидания.